Привет, друзья! Сегодня проверим Мормыш. Давно его просили уже проверить, кто на него проплывет. Всем интересно стало. Купил, проверяем. Так, водоем без течения. Глубина около 2 метров. Мормыш медленно и изящно падает на дно. Один из живых мормышей побежал по дну, тем самым привлек быстро окуня. Окунь, практически не задумываясь, хватает его. И тщательно пережевывает. Вообще покупал я живого мормыша, но пока что добрался до рыбалки, он у меня сильно подмерз. Сегодня на улице минус 31 было утром градусов. Сейчас вот в обед стало где-то минус 24. В общем, пока добирался, мормыш у меня в рюкзаке лежал, и он сильно подмерз. Поэтому живого мормыша очень мало осталось. В любом случае, окуню нравится мормыш, даже тот, который лежит на дне без движений. Как видите, окунь с удовольствием кормится мормышем и держится возле этой одной лунки. Все больше и больше окуней собирается в этом месте. Я уже несколько раз зимой пробовал прикармливать окуня опарышем, мотылем, но эффекта практически не было. Мормыш же моментально собрал окуня. А этот окунь
явно спалил камеру. Теперь смотрим видео на перемотке. Как видите, на нашу прикормленную точку приплыло уже больше 10 окуней. Неплохой результат, правда? А когда окуня собрали в точку, можно его с легкостью поймать на ту же самую безмотылку. Смотрите, как внимательно окунь рассматривает безмотылку. И есть. Окунь пойман. Друзья, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи и до новых встреч!